Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 26 октября. За заслуги в деле укрепления государственности и в связи с празднованием 10-й годовщины признания Южной Осетии президент удостоил медалей работников комбината хлебобулочных изделий. Во второй гвардейской школе встречи школьников с выдающимися выпускниками продолжаются. Героем дня стал историк, археолог, художник Руслан Заатиат. Югостинские боксеры завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали. В Северной Осетии прошел открытый турнир на призы заслуженного мастера спорта России Мурата Агасиева. В ходе сегодняшней встречи президента Анатолия Бибилова с коллективом комбината хлебобулочных изделий ряд работников удостоен медали за заслуги в деле укрепления государственности Республики Южная Осетия и в связи с празднованием 10-й годовщины признания Южной Осетии. Сегодня президент республики Анатолий Бибилов встретился с работниками государственного комбината хлебобулочных изделий. В первую очередь он выразил им благодарность за отвагу, которую они показали во время войны 2008 года. Напомним, что за все дни военных действий на территории Южной Осетии пекарня функционировала круглосуточно. Затем глава государства Анатолий Бибилов приступил к церемонии награждения. За заслуги в деле укрепления государственности Республики Южная Осетия и в связи с празднованием 10-й годовщины признания Российской Федерации Южную Осетию в качестве суверенного государства медалью во знаменование десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии были удостоены 7 человек. В завершении церемонии награждения работники комбината, пользуясь случаем, сфотографировались на память с Анатолием Бибиловым. Президент также посетил вновь построенное двухэтажное здание. На первом этаже расположены цеха по выпечке хлеба, а на втором – кондитерские. Комфортные условия, инвентарь, есть все для того, чтобы продолжить радовать население новыми видами кондитерских изделий. По словам директора комбината, производительность нового хлебозавода выше. Вадим Схавребов в первую очередь заверил, что на прилавке магазинов доставляется свежайшая и высококачественная продукция, изготовленная в основном из сыра местного производства. Директор предприятия также рассказал о том, что на сегодняшний день идут активные переговоры с местными фермерами по закупке яблок для повидла. Соответственно, повидло потом будут использовать в приготовлении пирожных. Мы будем производить джемы и повидло. Пока для потребностей внутри цеховых. Где-то 15 килограмм только мы в день повидло тратим на внутренние. И мы его покупаем, во-первых, задорого, во-вторых, ну, скажем так, где домашнее, где свое экологически чистое производство. И хотим, чтобы это тоже наладили. Вообще мы стремимся к тому, чтобы больше своего сырья, больше своего производства, в этом своем производстве больше было своего сырья. Директор комбината обратился к местным фермерам, которые выращивают пшеницу. Ведем работу с фермерами. Мы
помогли им приобрести элитные сорта зерна, чтобы посеять пшеницу. Сейчас у нас есть вот хлеб, переработанный, произведен в республике. Его очень мало, на него спрос огромный. Это общий помол, крестьянский помол. И этот хлеб у нас тоже пользуется с каждым днем все больше и больше спросом. И мы хотим увеличить его ассортимент за счет местных фермеров. Много приходится слушать, конечно, будут смотреть эти кадры фермеры и скажут, у нас не принимают. Дорогие мои, никто никогда мне не приносил качественную муку, качественную пшеницу, и я от него никогда не отказывался. Завод всегда отличался качеством хлеба, который поступает в наши дома, отметил президент республики Анатолий Бибилов. Завод всегда отличался выпуском продукции, которая нравилась всегда населению республики. И после года нового комбината, нового здания и новых производств, и, конечно, ассортимент завода тоже увеличился. Все это, я думаю, что остро необходимо для нашего населения. Я еще раз хочу сказать, что та продукция, которая поставляется на прилавки наших магазинов, та продукция, которая приходит к нам домой, она должна быть качественной. Нам, народу, его должно быть приятно кушать. Вот это самое главное, и это завод очень хорошо удается, и это отрадно. На сегодняшний день разрабатываются новые рецепты, и в скором времени на прилавках появятся новые лакомства. Агунда Губызова, Ида Кочева, информационный выпуск сегодня. Указом президента часть актива партии «Единая сеть» удостоена государственных наград. Медали во знаменование десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии вручил председатель партии Алан Таттаев. Награжденные 7 человек вносят большой вклад в становление и развитие республики. Переоценить работу партии и актива партии невозможно, так как мы все свидетели тому, какую работу проводит партия «Единая Осетия» с населением Республики Южная Осетия. От имени президента Республики Южная Осетия, от себя лично, как от председателя партии «Единая Осетия», поздравляю вас с заслуженными наградами и дай Бог, чтобы эти награды были вам стимулом к будущим победам и будущим свершениям во благо народа Республики Южная Осетия. По следам обращений от граждан на ГТРК ИР с просьбой осветить их проблему, связанную с плохой дорогой, обратились жители села Ноколск-Инвальского района. Несколько лет обращения в управлении ситуации остаются неуслышанными. Эльвира Тибилова выслушала отчаявшихся сельчан. Государственное телевидение нередко становится последней инстанцией для простых граждан нашей республики рассказать о своей проблеме, отчаявшихся достучаться до чиновников, игнорирующих их. На телевидении с заявлением обратились жители села Ноколск-Инвальского района с просьбой освещения их проблемы, связанной с плохой дорогой. В течение 3 лет жители села периодически обращаются в районную администрацию с просьбой отремонтировать дорогу и засыпать ее гравием. Однако обещания чиновников по ремонту дороги так и не превращаются в действие. Осенью здесь невозможно бывает проехать. Мы ездим в город каждый день за хлебом и продуктами. Недавно на полпути к нам застряла машина скорой помощи, так и не доехав до места. И это не единичный случай. 3 года мы обращаемся и ждем действий от районной администрации. Они обещают и ничего не делают. Раньше здесь находились пашни, а сейчас возводятся новые дома. Некоторые жители переселились совсем недавно. С учетом предотвращения оттока населения из сел, создания условий и улучшения инфраструктуры в селах крайне важный аспект государственной политики. И, по сути, некоторые чиновники препятствуют ее осуществлению. А между тем, каждый осенне-зимний сезон становится для жителей кошмаром, в котором пешеходы измазываются в грязи, а автомобили застревают. Я каждый день езжу на работу. Здесь очень хорошая местность, но сказывается отсутствие условий. С началом сезона дождей по дороге невозможно бывает проехать. Машины застревают. В очередной раз просим обратить внимание руководство района на наши проблемы. Многие владельцы автомобилей бывают вынуждены оставлять свои машины рядом с моим домом у въезда в село, потому что машины застревают в грязи. Мы не верим в то, что у руководства района нет возможности выделить
купить пару единиц техники для засыпки гравия. Другой проблемой для сельчан являются старые электрические столбы. Когда в селе меняли столбы, их не хватило. Необходимо было поставить еще две пары бетонных столбов, но работники ГЭС не сделали работу до конца. Пришлось нам самим приобрести старые деревянные столбы и подводить электричество с другого места. В селении более 15 жилых домов, разделенных на 4 двора. Здесь проживает много пожилых людей. Имеются и молодые семьи с маленькими детьми, которых почти каждый день вводят в детский сад города. А при плохой дороге это становится пыткой. Нам приходится очень трудно из-за дороги. Мы приезжаем на автобусе или такси, а остаток пути приходится идти с тяжелыми сумками пешком по грязи. У нас и так мало условий, а плохая дорога становится мукой во время пути в детский сад. В администрации района подтвердили, что хорошо знакомы с проблемой жителей села. Исполняющий обязанности главы администрации Схинвальского района Валерий Бибилов отметил, что дорога будет отремонтирована до конца года. То, что вот мои предшественники обещали, что будет, я от этих слов не отказываюсь, а мы продолжим их делать. Но одновременно у меня очень много проблем возникают с тем, что дальние деревни у нас остаются без дорог, без воды. И в этом году мы все свои силы перекинули на эти дальние деревни. Что касается вот этих дорог, которые на сегодняшний день люди, которые жалуются, их тоже мы постараемся сделать. Да хотя бы до конца года частично. Все я не смогу. И у района нет ни столько финансовых средств и не столько техники, сколько бы я лично мечтаю, чтобы все это привести в порядок. Но обманывать народ я тоже не смогу. Я к концу года постараюсь частично удовлетворить вот эти требования. Жители села грозятся обратиться в более высокие инстанции, если на их проблему и дальше не будут обращать внимание. Эльвира Тибилова, Арсен Гасев, информационный выпуск сегодня. Вторая гвардейская школа гордится своими именитыми выпускниками. Они часто посещают стены родной школы, делятся с учащимися достижениями, опытом, рассказывают о своем жизненном пути. На сей раз героем дня стал археолог и всесторонняя личность Руслан Заттиат. Патриотическое воспитание и формирование у школьников чувства ответственности и верности к родине начинается с любви к своей школе. В следующем году вторая гвардейская школа будет отмечать 85-летний юбилей. В честь этого директор школы Ольга Михалиди организовывает встречи школьников с выдающимися выпускниками, многие из которых известны своими достижениями в той или иной сфере деятельности, не только на родине, но и далеко за ее пределами. Героем дня стал историк, археолог, художник и всесторонняя личность Руслан Заттиат. В те годы вторая школа славилась лучшим педагогическим составом. А среди одноклассников Руслана Георгиевича были те, кто в дальнейшем сыграл значимую роль в истории Южной Осетии. Первоначально вторая школа родилась, это школа-то Оструд-школа, Осетинская трудовая школа имени Горького. Во время войны, когда я поступил в первый класс, здесь вообще здесь был госпиталь. Это был 43-й год. И здесь был госпиталь. И напротив, вот где сейчас церковь построена, там тоже было сколько, там было два госпиталя. Вот ученики второго класса. Фотография сделана 10 мая, на следующий день после окончания войны, 45-й год. Это наша учительница. Школьники с интересом слушали удивительного рассказчика, испытывая все больше интерес к истории своего народа, родного края и школы. Слушая истории, приключившиеся с Русланом Георгиевичем в школьные и студенческие годы, невольно представляешь себя соучастником всего происходящего. Увлечь подростков рассказами 60-летней давности – нелегкое занятие. Нужен талант и умение держать внимание слушателя. В Схинвале Руслан Заттиат может рассказать про каждый дом и здание, даже если в них никто из великих не родился. Родился или не работал, то все равно истории рассказываются с таким азартом, что хочется окунуться в старый Схинвал, Сталинир, и все больше и больше слушать. По словам директора школы Ольги Михайлиди, такие мероприятия для школьников будут проводиться весь учебный год. Лена Газаева, Замат Кудзи, в информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта.
На открытом турнире по боксу в Северной Осетии Алании югостинские боксеры завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали. Подробностями делится Зарина Кочьева. 3 золотые и 2 серебряные медали завоевали югостинские боксеры на открытом турнире по боксу среди юношей на призы заслуженного мастера спорта России Мурата Гасиева. Наша команда выступила достойно. На первые места в соревнованиях вышли Марат Багаев в весовой категории 48 килограммов, Гурам Гагиев в весе 52 килограммов и Алан Загоев 68 килограммов. Марат и Гурам провели несколько успешных схваток и заняли заслуженные первые места. Загоев провел только один поединок в финале. Боксировал очень уверенно и, не оставив шансов сопернику, также завоевал первое почетное место. Еще два югостинских боксера Георгий Кабисов и Ян Яралов вышли на третьи места в соревнованиях. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, грамотами и денежными призами. Теперь юным боксерам предстоит отдых после больших нагрузок, после чего они вновь возобновят тренировки. Дальше мы возобновим тренировки, поработаем над мелкими ошибками, которые они иной раз допускают в ходе боя, и вновь поедем на очередные соревнования. В целом хочу отметить, что с каждым годом количество желающих прийти в этот вид спорта становится больше. Мурат Гасиев является ярчайшим представителем Осетии, примером для подражания подрастающего поколения. В настоящее время тысячи мальчишек по всей Осетии мечтают пройти по такому же славному пути, по которому сейчас идет Мурат. Наши юные боксеры рассказали, что для них честь принимать участие в турнире имени Гасиева. Зарина Кочьева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. Далее узнаем прогноз погоды на завтра, 27 октября. В Наурском районе переменная облачность, днем плюс 10, ночью плюс 6. В Заозском районе также переменная облачность, днем плюс 10, ночью плюс 5. В городе Квайса переменная облачность, днем 8 градусов тепла, ночью плюс 5. В Лениногорском районе республики ясная погода, днем плюс 11, ночью плюс 7. В столице республики в Цхинвале переменная облачность, днем 11 градусов тепла, ночью плюс 7. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.